И вы снова в гостях у Яси. Сегодня видео на летнюю тему, а точнее 5 причин любить лето. Поехали! Первое – это каникулы. Не надо вставать в 7 часов утра, потом идти в школу. Именно летом 3 месяца подряд ты можешь просыпаться хоть в 11 часов дня, может быть, вообще в 2 часа дня, как мой брат. Ну а что? Короче, скажу так. Высыпайтесь летом! Кстати, пиши внизу в комментариях, как ты провел свое лето. Второе – это куча ярких фото. Фоткай раз, два, три. Третье – это куча-куча ягод. К примеру, я люблю малину, клубнику, смородину, иргу. Именно летом я могу собрать эти вкусные ягодки. А какие ягоды ты собираешь летом? Пиши внизу в комментариях. Четвертое – это пикник, потому что больше нет никакого яркого времени года, кроме лета. Именно летом я устраиваю суперские пикники. Для пикника хочу сделать смузи. Я выложила ягоды на тарелочку в виде мордочки. Получилось забавно. После этого в наш будущий смузи добавляю молока. А теперь взмешиваем. Ну, думаю, хватит. Теперь мы в баночку или в стакан выливаем наш смузи. Обязательно после того, как вы все это сделали, нужно убраться. А теперь бежим на пикник, берем все нужные вещи и бегом зажигать! Пятая причина на больше для блогеров – это куча ярких видео. А если у меня долго не выходит видео, это значит, что у меня со техникой что-то не так, или я долго монтирую видео. А монтирую я видео долго, потому что я для вас очень сильно стараюсь. Солнце! Солнце! Почему ты спряталась за облачко? Я тебя жду. Солнце! Солнце выглянуло, наконец, спасибо. И так что да, это все мое видео. Спасибо, то, что ты его досмотрел до конца. Слишком вкусный, ты понимаешь? Фоточку в Инстаграм забыла сделать. Ну вот и все, это было все. Всем удачи, всем добра и всем пока-пока.